Всем привет! Вы на канале Игры Games. Сегодня играем в игру Real Moto. Это игра для Android. Гонки на мотоциклах. Но гонки начинаются с мопедов. Так, резкий поворот, притормаживаем. Ой-ой-ой, так можно и упасть. Резко наклоняемся и притормаживаем. Так, 100 км в час на мопеде. Скорость, в принципе, для мопеда неплохая. Притормаживаем, потому что очень резкий поворот. Так. Так, как я вижу, у нас два круга. Первый мы практически проехали. Разгоняемся. Прямая дорога. 120. О, крутой мопед. Так, полумотоцикл. И что интересно, что перевернуть его практически невозможно. Вот видите, резко, резко влево, и он едет самим асфальтом, но не падает. Устойчивый и мотоцикл, и гонщик. Так, второй круг. Резкий поворот направо. И финиш уже очень близко. Так, давайте рассмотрим наш магазин, что мы сможем купить. Так, сейчас у нас вот такой вот мопед на подставочке. Так, потом у нас идет вот такой вот мотоцикл, который стоит 20 тысяч монет. Ой, у нас только 2600. Как же много еще надо зарабатывать. Так, этот у нас. Странно, цены нету. Вот, третий. 100 тысяч монет. 600 кубиков. Так, это 600. 1000 кубиков. 300 тысяч монет стоит. Недешево. Так, этот опять бесценный. Бесценный. Так, надо попытаться прокачать наш мопед немножко. Так, прокачаем немножко наш мопед. Двигатель, управление, тормоза. Так, что-то странно, монеты есть, а прокачать не могу больше. Не могу больше прокачать. Ну ладно, и так немножко прокачали, пока достаточно для начала. Поехали! Так, посмотрим, на что способен сейчас наш мопед после прокачки. Что, сам притормаживаешь, что ли? Так. В принципе, едет неплохо. Друзья, вы были на канале Игры Games. Сегодня играли в игру для Android Real Moto. Игру можно будет скачать по ссылке в описании под этим видео. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на канал для того, чтобы не пропустить новые интересные видео. Всем удачи и пока!